Итак, у нас на обзоре Volvo Polestar PS2, вроде бы, если я не ошибаюсь. Вот такая вот машина. Это электромобиль. Вот так она выглядит. Она выглядит изнутри. Планшет, рычаг, громкость и все. Больше ничего не надо. Вот запас хода 370 километров. Звук Harman Kardon. Главное. Компактный, милый авто. С стеклянной крышей. Конец связи, до новых встреч.